По инициативе родительской общественности в Одинцовском округе началась инспекция летних лагерей, которые открыты на базе общеобразовательных школ. В центре внимания комиссии – организация и качество питания. Сегодня мы посетили Одинцовскую лингвистическую гимназию с проверкой, в которой мы хотели посмотреть, как кормят наших детей в летний период. Каким образом проходит организация питания, довольны ли дети качеством питания. Вопрос об организации питания детей всегда вызывает обеспокоенность у родителей. Для полноценного роста и развития ребенок в течение дня должен питаться сбалансированно. Мы очень рады, мы благодарны администрации нашего округа, что пошли навстречу нашей просьбе, нашей инициативе и действительно санкционировали вот такую проверку. Потому что для родителей действительно очень важно, чтобы была открытость и доступность информации в этом вопросе. Результатами первой проверки комиссия осталась довольна. По их мнению, качество продуктов соответствует всем нормам и стандартам. Во время инспекции родители не только посмотрели, но и попробовали все то, что едят дети. Эта работа будет продолжена. Они планируют охватить все летние лагеря и по итогам дать свое заключение по организации и качеству питания детей. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».